приветствую. Дорогие друзья, я искренне поздравляю всех работников железнодорожной отрасли. И так было в 19 веке, когда железная дорога только формировалась, как растущие объемы перевозок, в том числе и прежде. Очень многое сделано для подходов, для улучшения подходов к нашим портам на Балтике и на Черном море. Развитие железнодорожной отрасли и будет, разумеется, думать о социальных вопросах. Отлично. Еще раз поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Который перечисляет наш флот ветеранский свои средства, на котором вы можете... Приветствую. Дорогие друзья, я искренне поздравляю всех работников железнодорожной отрасли с вашим профессиональным праздником. Этот год особенный. Ровно 175 лет назад, с приходом первого состава из Петербурга в Царское село, началось регулярное движение пассажирских поездов. Хочу поблагодарить всех сотрудников, всех работников отрасли с вашим профессиональным праздником, поблагодарить вас за труд и за преданность своему делу. Особые слова благодарности работникам и сотрудникам Горьковской магистрали, которые по итогам 2011 года заняли первое место по отрасли. Знаю также, что в этом году город будет отмечать и 150-летие Горьковской железной дороги. Поздравляю вас и с этим событием. Железнодорожная отрасль – это не просто важнейшая отрасль экономики нашей страны. Она, безусловно, является системообразующей для всей промышленности, практически для всех отраслей нашей промышленности. Поздравляю всех вас с профессиональным праздником и желаю вам всего самого доброго. Спасибо вам большое за ваш труд. Удачи!